Итак, я вас снова приветствую. Мы продолжаем проходить Alien vs. Predator 2010. И у нас там уже где-то самый конец. Я так понимаю, что человеческого прохождения скоро начнется прохождение нечеловеческое, бесчеловеческое, я бы даже сказал. Так что обязательно советую всем ознакомиться в дальнейшем. Но пока я еще это, конечно, не записал, но посмотрим. Так, мы почти на месте. Так, Лаборатория за этой аркой. Двигаться мы, конечно, не можем. Вперед. А вот теперь можем. Отлично. Так, фонарь сразу же включим. Хоть он и будет просаживать адски все на записи с ABS, но, блядь, пока я не придумал, как я буду писать звук отдельно от видео, я буду записывать, вот, по крайней мере, человеческое прохождение. Мы запишем с фризами на ABS-ке. Так, что такое? Подожди. Что-то у меня с правым... Вот где начались все беды. С правым ухом. Ага, все. Я все понял. Начались все беды, да? Привет, друган. О, у тебя есть кожа на лице? Нет, у тебя просто маска там, понятно. Это часть ублюдков тут без кожи на лице, они... И без того криповые, так они еще и говорят голосом, блядь. Робокопа, который бухал 4 недели и после этого забыл, кто он и что. Ага, вот об этом я и говорю, сука. Умри, говно ебаное, блядь! Пидорас! Ой, сейчас он пизданет. Да? Да, смотри-ка. Смотри-ка, как это я угадал-то сейчас, что будет. Мяско небольшое. Так, нам надо все тут найти и попытаться. Ну, хотя мы провафлили с вами, получается. В первой главе, конечно, вообще глупо было. Я даже знаю, где я проебал КПКшник последний, который он был. А вот в дальнейшем я что-то там... Блин, два раза я проходил, получается, когда сдох. Так и не нашел. Да и хрен бы с ним, в принципе. Как бы... Потому что хроники зоофила вот эти вот, доктор Гроус или кто он там, слушать это просто, блядь. Так. Что тут, не дверь, ничего. Хроники зоофилов. Все такие восторженные. Вот чужие, мы их нашли. Признаюсь, я не ожидал увидеть тебя здесь. Похоже, охотники начинают терять сноровку. Или просто удача была на твоей стороне. Меня зовут Карл Бишоп, и это моя лаборатория. Ты можешь просто уйти, и я обещаю, что тебя никто не будет преследовать. Да, да, я. По крайней мере, никто из моего персонала. Ага. Черт, ты его только послушай. Он за это заплатит. За все. За это все его... заплатишь, сучара ебаная. Стабилизируем ваше состояние, капрал. Не спорю, но если я все равно взорвусь, предпочитаю сделать это поближе к этому ублюдку. Успокойтесь. Высокий уровень адреналина может активизировать паразита. Как скажешь, красавица. Откуда она знает красоту? Хотя, да, один из чуваков говорил, что она красотка. Благодаря тебе мы начинаем постигать всю сложность структуры Улья. Ваша иерархия столь же изменчива, как и биологическая структура. Истинная меритократия, где последний из вассалов способен подняться к вершинам власти. Сука, ну, блядь, я говорю, хроники зоофилов. Проклятая личинка не дает вздохнуть. О, я слышу типичные жалобы. Я же матери, блядь. Ребят, слышите, да? Личинка даже вздохнуть не дает. Ебаный в рот. И да простят меня мамаши, но хотя вряд ли мамаши будут смотреть это видео, как бы. Блять, да что тут за хуйня? Личинка вздохнуть не дает. Сука! Это ор просто, блядь. Тихо! Я засекла движение, сигнал прерывистый. Вон там, вижу тварь. Похоже, роботы Вейланда не смогли их добить. Безопасность наша кредо. Все личные вещи возвращаются по завершении контракта. Все личные сообщения подлежат проверке. Запрещаются любые портативные накопители данных. Наши секреты — это наша главная ценность. Да. Секреты — главная ценность. Безопасность наша крея. У них тут классная цензура, короче. Все личные вещи возвращаются по завершении контракта.
Все личные сообщения подлежат проверке. Так, положи, положи, ёбана. Запрещаются любые портативные накопители. Просто положи, сейчас я посмотрю, как записывается. Ну, короче, там, кажется, немножко будет... Немножко борщица с голосом, как бы, надо маленько его убавить. Потому что, ну, это пиздец просто. Так, музыка нормальная, речь. Речь, наверное, или что, блядь? Не знаю. Ну, хотя эту тварь не слышно практически, слышно только Вейланда. Похуй, короче, ладно. Теледан. Так, все отлично. Наши секреты. Привет, сука. Это наша главная ценность. Ой, извините, я прервал ваш этот межвидовой половой акт. Ну, блядь, ну что делать-то, как началось. Ага, да. Может, ты не будешь так стоять на виду, блядь? Тебя что, разъебут нахуй. Слышь? Ты собираешься его с этой хурьги своей... Это что вот это сейчас, блядь? Ох ты, ёб твою мать. Блядь! Ты пидорас чесоточный. Ебать ты с тобой, олень, пиздец. Сдохни, сдохни нахуй. Все, встала жопой к ним, нормально. Все, все безопасно, да, блядь, у нас? Вот ты ебаная дура, блядь. Тебя с таким успехом не личинка, блядь, зажмурит нахуй, блядь, и... Не что-то еще, а ты сама, блядь. Попадешь, блядь, под поезд, нахуй. Вот упиздила там, блядь, опять. Ага. Так. Ты там пока борись. О! Зоофил. Это чудо. Главный зоофил, блядь. Столько лет мы могли изучать лишь разрозненные жалкие фрагменты. И вот смогли прикоснуться к истокам. Увидеть одну из прародительниц этого великолепного, совершенного вида. Да. Чел обожает рептилоидов, короче, пиздец. Хлебом не корми, дай, блядь, подолбиться в очко. Да что, сука, ёб твою мать. Ёб твою мать. Пиздец ты... Не была бы ты бессмертной, ты бы уже отъехала, я стопудово тебе говорю, подруга. Интересно, а эта хуйня... Эта хуйня дамажит их или нет, блядь? То есть, вот бегут три андроида, ты ебашишь одного, короче. Вот эта вот вспышка говна, которую они делают. Она как-то влияет вообще или похуй абсолютно? Где ты, сука? Ты же там еще... Ага, вот я вижу тебя, сидишь там, пасешь, сука. Понял, принял. Сейчас все будет. Пожи, дружок. Пожи, ее, блядь. Он не умеет приседать, сука. Даже тупорылые андроиды там умеют приседать и прятаться за преградой, блядь. У нас, сука. Понятно, пошел нахуй, блядь. Какой-то вызов опять стрёмный. Номер Москва. Хуё моё. Вам одобрен кредит в залупа банке, блядь. Под 100% годовых, короче, хуё моё. Блять, музыка такая, как будто там пиздец, я с кем-то борюсь, блять. Есть еще кто? Ох ты, мать твою! Собака, блять. Как и вовремя, блять. Да? И лифт запустился по скрипту, пиздец. Так, что у нас тут? Нормально все? У меня такое чувство, что они хотят личинку заиметь просто, блядь. Как бы... Ну, понятно, что все тёлки хотят заиметь личинку рано или поздно. Я имею в виду то, что они её, блядь, потом просто обработают и вылупят из неё чужого где-нибудь на станции на какой-нибудь. Чё, всё, идём, да? Чё-то ты неразговорчивая сегодня, блядь. Личинка продохнуть не даёт, да? Принцип Вейланда, да? Ключевой фактор успеха. Планирование, координация, соблюдение сроков, эффективность. Главная цель – финансовая состоятельность компании. Наш успех – ваше благосостояние. Да.
Главная цель — финансовая состоятельность компании, короче, да? Принцип твоего питания и время — ключевой фактор успеха. Ой-ой. Планирование, так. Координаты, соблюдение сроков. Так, это проверим. Главная цель — финансовая состоятельность. Положи, ты, я бы так не шел, блядь, дурак, тупая, сука. Ёб твою мать, сдохни, сука. Ага, блядь, проверять заранее-то их не надо, как бы, да? Ну, хотя ты бессмертная тут, как бы, я так понял, что тебе ничего не сделается, ты там, блядь, с 6 андроидами, блядь, гэнг-бэнгом занималась, тебе вообще было похуй. Мои спецотряды пытаются удержать ксеноморфов. Любое вмешательство может привести к тому, что они вырвутся на свободу. Не стоит вмешиваться не в свое дело. Да-да, нахуй вы нас всегда сюда позвали, блядь, долбоёбы. Тоби пизда, понимаешь? Похоже, он о себе высокого мнения. Классно, фонарь, блядь, не это, не просвечивает некоторые поверхности. Ну ладно. Давай, мне очень больно. А это что еще за хуйня, блядь, вообще пиздец, вы это видели? Квадратный фонарь. Мерзкий тварь. Вы че, сука? Сейчас они вылезут, тварь. Похоже, они оттуда не выберутся. Отойди оттуда. Ага. Знай, что несмотря на весь этот хаос, я был готов к твоему бегству. Несгибаемость и упорство твоего вида — вот самые прекрасные его черты. И именно их я должен изменить. Такова моя цель. Мы должны обуздать ваш вид, подчинить его себе. Да, блядь. За лупу ты, блядь, свою подчинишь себе, долбоёб. Слышь, вы там завязывайте буянить нахуй, блядь. У меня тут есть охуенный свинцовый успокоитель, блядь. Я вам тут пропишу сейчас, блядь. Это сейчас что было, блядь? А, ладно. Зафиксируйте ее на столе. Вносите капрала в операционную. Слышь, зафиксируйся на столе, пожалуйста, блядь. Давай, 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 тварь. Опа, опа, тёлочка. Может, тройничок замутим, а? Все готово. Только бы никто не заметил утечку. Давай, давай. Что, блядь? Короче, козел не дает нам извлечь это говно. Тар, не надо. Тихо, тихо, блядь. Анабиозная ванна. Ванна, блядь. Это последний шанс. Давай пошли, блядь, быстрее, нахуй, пока не начался пиздец. Ага, или это из нее все, что-нибудь вылезет. Сейчас. Слушай, блядь, мне кажется, ей все равно пизда. Да тихо, блядь. Прекращай тут. Тихо, 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 блядь. Все, давай за это. Морозь ее полностью, короче. Слышь, пока она в отключке, может это. Эй, ты где, блядь? Куда ты ушла? Ладно, похуй. А, вот, смотри, у нас андроид, блядь. Так. Ну-ка, ну-ка. Нихуя себе. Рада познакомиться. Пожалуйста, не волнуйтесь. И, пожалуйста, не называйте меня искусственной личностью. Я та, кто я есть. Угу. Андроид. Я смотрю, тебя тут уже. Но я на вашей стороне. Поскольку ваш крейсер и все десантные катера уничтожены, есть только один способ покинуть эту планету. Вот. Видите прибор в руках Вейланда? Это его коммуникатор с аварийным передатчиком. По сигналу прилетит его личный спасательный катер. Я займусь подготовкой котлета. Отправляйтесь в пирамиду и захватите коммуникатор. То есть так-то у вас тут ничего не летает. Ну, блядь, неплохая жопа на самом деле. Передайте мистеру Вейланду наилучшие пожелания.
А, это типа отсылочка, блядь, к апокалипсису сегодня, да, типа уволить, блядь, с экстремальным ущербом, нахуй, или что ты хочешь сейчас сказать мне? Давай, открывай, нахуй, пока я тут, блядь. Слышь, вот присаживаться, видимо, нельзя, только вот как бы ладно. Хуя ты как этот, короче, из Mass Effect'а. Артериус, блядь. Зато музыка ебаная включена снова. Блять, первый раз что ли, ёб твою мать. Давай, открывай нахуй. Бля, там этот ёбаный пулемет. Слышь. Слышь, ко мне не надо сюда подходить, сучара, блядь, ебаная нахуй, пошла пизду отсюда. Полежи, отдохни. Я чё сказал, блядь? Чё там за хуйня у вас? Блять, блять. Пошел нахуй, долбоеб. Этот от автомата вообще польза есть? Хоть какая-то, я не понимаю, блять. Да сдохни нахуй. Ой, сейчас кого-то сожрут нахуй. Нет? Делайте ваши ставочки, короче. Ой, блядь, нихуя себе ты ему там прописал. Их борьба была равна. Нет? Эй, слышишь их там? Нихуя себе. Кажется, они его запиздошили все-таки в конце концов. Так. Ага, так и знал, ты говно. Стреляет по мне, сука. Давай, сюда заходи, сука, ебана. Оп. Четко, ровно. У нас там еще верхний этаж есть, каким-то образом надо туда попасть. По крайней мере, попробовать. Может быть, блядь. Так. Не очень понятно сейчас, что происходит. А, сука. Блять, можно эту музыку ебаную просто нахуй отключить к ебаной матери, блять. Это сейчас что вот. А, там щит ебаный, понятно. Еще кто-то есть. Нихуя непонятно. Давай, выруби это говно быстрее. Блядь, отлично. Ты только этого и ждал, да, сука? Пошел нахуй. Блядь, я не могу просто больше. Ёбаное говно. Меня просто заебало уже. Ну что это? Что это, блядь? И громкость ебаной музыки, может быть, на единичку или что-то, ну, блядь, ну пиздец, нахуй. Да?
Вспыш. Насрать, да? Еще один там идет. Мудофил. Блять, он все еще жив, да сука, ты че, блять, мудак? Блять. Слышь, завязывай нахуй, а? Неужели, блять? Да? Я тебя слушаю внимательно. Может, пулемет дадите, а? Не? Подойди ближе чуть-чуть. Ты там в щиток упираешься, долбоёб. А, и слышь, мне кто-то, блядь, залепил тут нахуй. Это как я не заметил, блять, мне с одной плюшки может прийти пиздец сейчас. Давай, блять, попляшем, сука, ебаная тварь. Все отлично. Так, это огнемет у нас, подствольник, короче. Часом, но даже и теперь ты вызываешь у меня трепет восторга и ужаса. Ты настоящее сокровище для биотехнолога. Каждая последовательность генов, каждый фермент и белок – это ключ к великой власти и богатству. Ты особенная. Номер 6. Тебе нет равных. О, блять, это нас про этого же вроде. Короче, да, хроники зоофила. Подожди, мне туда не надо пока. Да нет, я надирателем чьей-то ебаной жопы себя. Да, я. Конечно, блядь. Скажешь мне ты, когда тебя ебальник набью, сука. Здравствуйте. Природа создает множество форм красоты. А ты, номер 6, ты прекраснее всех. Я сломаю тебя, номер 6. Подчиню тебя нашей цели. Во вселенной появилась новая сила, и имя ей — человек. Да что ты говоришь, блядь? Сука, видно, как у вас тут человек, блядь, охуенная сила. Все разъебало тут. Ну, мудак, чё тебе, блядь, хочу сказать? Мудак, блядь. Ебанутый, тупорылый мудак, блядь. По-моему, этого зоофила тоже ждет смерть. Ой-ой-ой. А что это у нас тут, блядь? Вот это говно не внушает вообще никаких позитивных мыслей, блядь. На самом-то деле, блядь. Наверное. А ну хотя оно уходит куда-то в стену. И что у нас тут? Яйца все раздрочены. Да? Я должен овладеть тайнами погребальной камеры. Если мне заключено именно то, что я и думаю, тогда Вейланд Ютани будет управлять ходом прогресса и всеми доходами. Микрокомпьютер — это ключ, ключ ко многому. Что, блядь? Сука, блядь. Внимание! В центральном зале обнаружены ксеноморфы. Да ёб твою мать. Начинаю процедуру блокировки. Ты завязывай там блокировать нахуй. Ой-ой-ой. Так, понятно. Занимайтесь, но пока что, ребятки, я это немножко осмотрюсь, может тут что есть. Кроме яиц. Блять. Это какое-то кровавое яйцо, блять.
Эй, здравствуй, здравствуй, дорогой. Эй, слушай, дорогой, блядь. Да завязывай нахуй, блядь. Что тебе надо от меня, блядь, тупой ли? Я ж тебя, блядь, не... Да, сука, запрыгни ты, ебаный. Блядь, десант пиздец, тут просто... Самый десантный десант из всех, которые только... Могут быть, блядь! Пошел нахуй! Пошел нахуй, блядь, и ты пошел нахуй, блядь! Отъебись! Мудак, блядь. Сука! Че, неужели он сдох с одного попадания этой хуйни? Блядь, прогресс. Я думал, на этой сложности они хуй клали просто на этот подствольник, короче. Ой-ой! Это что, половинка белого там сейчас сидела, блядь, меня пыталась убить, да? Так. Ну, судя по тому, насколько он быстро сдох, это реально была половинка белого. Так, а ты у нас, блядь, не восстанешь, нет? Так, и что у нас тут? А, ну вот, да. Тут... О первых разведывательных экспедиций сверхъестественной коммерции. Корпорация Вейленд Юта не всегда покоряла новые рубежи. Ага. Новые рубежи пиздеца, она всегда покоряла, я так понял, что, блядь. Вейленд Юта, мы построим новый мир. Да. Конечно. Как скажешь, братишка. Так, куда нам надо, блядь? Надо сначала все прочекать, конечно. А на первых разведывательных экспедициях сверхъестественной коммерции. Корпорация Вейленд Юта не всегда покоряла новые рубежи. Такие покорительные, что просто пиздец. Мы построим новый. Ага, конечно. Что твои братья и сестры обмениваются химическими посланиями. Знаем, что ты обладаешь рудиментарным зрением широкого спектра, что ты можешь слышать. Но в тебе есть и нечто большее, верно? Коллективный разум Улья, превосходящий все наши неуклюжие попытки обмена информацией. Что таится в глубинах твоего разума? Что мы можем извлечь из него? Да хуй знает. Если у них там коллективный разум, то хули они дохнут пачками, блять, во-первых. Во-вторых, блядь, хули у них там есть какие-то уникумы, которые всех пиздошат, и также есть какие-то дауны, которые просто кидаются на пулемет, блядь, и подыхают нахуй, все пиздец. Разум, пиздец просто. Так, блядь, неправильно. О, музыка для лифта, блядь. Мы построим... Да? Сраные темные коридоры, как я вас обожаю просто вообще. Хлебушком не корми, дай прошеребиться по темным ебаным коридорам, блядь. Так? Я понял тебя, братишка. Да ёб твою мать. Блядь, да ну нахуй, ты чё поехал вообще, блядь? Пидорас чесоточный, блядь, ёбаный червяк. Да сука, я в ахуе просто, ладно. Ладно, блядь, все. Я тебя кончу, сука, черт, блядь. Я тебя, блядь, контужу нахуй. Пиздец просто, блядь. Он в упор удерживает столько, блядь, что я маму того ебал, блядь. Ёбаный рот этих биотехнологий, блядь. Ты кто такой, сука, чтоб это делать? Какой он огромный. Пошёл нахуй. Так, там одна из них. Вот эта половинка хочет встать нахуй. Да? Половинка, блядь. Я тебе подарил половинку себя. О-о. Да? Тварь ёбаная, блядь. Так, там я все осмотрел. Все, короче, сейчас все по четкому просто делаем, блядь. Идем вперед и пиздошим все этих, всех этих животных. Просто я, блядь, не знаю, стоит ли брать и записывать еще один полноценный. Слышь, отъебись быстрее отсюда, блядь, от меня. Похоже, охотники начинают терять сноровку.
Ага. Меня зовут Карл Бишоп Вейланд, и это моя лаборатория. Ты можешь просто уйти, и я обещаю, что тебя никто не будет преследовать. Угу. По крайней мере, никто из моего персонала. Да, да, да. Черт, ты его только послушай. Куда уйти, сука? В лес, да? Заебись, ты долбоёб. Быстрее заходи, блядь. Стабилизируем ваше состояние, капрал. Не спорю, но если я все равно взорвусь, предпочитаю сделать это поближе к этому ублюдку. Пока ты пиздишь, блядь. Высокий уровень адреналина может активизировать паразита. Как скажешь, красавица. Красавица, блядь. Ну это такое, я тебе скажу, красавица она так себе, блядь. У нее там пол корпуса, блядь. Да, блядь, ну ёб твою мать. Рядовой, я должна как можно скорее помочь капралу. Личинка не дает вздохнуть. Шутка про говно дубль 2, короче. Ладно, короче. Так, блядь. Тут все видели, да? Врубай быстрее ебаную дверь. Ты пока мозги ебешь, блядь. Давай, 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 давай. Движение это жизнь, блядь, подруга. Вон там, вижу тварь. Похоже, роботы Вейланда не смогли... А, безопасность наша крея. Все личные вещи возвращаются по завершении контракта. Все личные сообщения подлежат проверке. Запрещаются любые портативные накопители данных. Наши секреты — это наша главная ценность. Слышь, стопэ, куда ты там пошел, падла? Я ползает там, скотина. Безопасность — наша крея. Все личные вещи возвращаются по завершении контракта. Да завали ебало, блядь. Все сообщения подлежат проверке. Запрещаются любые портативные накопители данных. Наши секреты. Так, тут где-то эти искусственные мешки говна должны выйти сейчас, да? Минус нахуй. Да, иначе бы, блядь, что мы делали нахуй? Блять! Надеюсь, блять, у тебя там не сраная снайперка, тварь. А, это ты с дробовиком, который конченый, блять, прошел мимо меня в прошлый раз, вообще даже не заметил просто. Боец от бога, блять, хочу сказать. Где ты, сука? Че, не пускай? Ай, блять, тут перила ебаны. Блять, да сука. Здравствуйте. До свидания. Отлично. Ты ехал, блядь. Мудофил. Ой, бедный паренек, слышь? Да-да. Еще что ли там есть? Нихуя себе! У вас там сколько, ёб твою мать? Вы заебали. Да. Так ты бы упор опасная, блядь. А вот если я зажму в тебя, нахуй, тот же самый сраный автомат. Смотри, какой красавчик, блядь. Ух, прям пиздец. Все бабы твои. Во многом из-за того, что у тебя голос, как обосравшегося терминатора, блядь, наверное. Ой! Здравствуйте! Да. Фейерверк, блядь. Кажется, я все патроны от снайпы расхуячил просто, блядь. У этих андроидов обоссанных, короче. Что это сейчас был за звук? Да-да-да, я все знаю. Пошли, пошли, пошли. Давай, давай, заходим, блядь. Не ебем мозги, блядь, много. Принцип Вейланд питания и время. Ключевой фактор успеха. Планирование, координация, соблюдение сроков. Эффективность. Главная цель — финансовая состоятельность компании. Давай, давай, ваш успех, ваше благосостояние. Сука.
Лифт прямиком из 90-х, блядь, годов нахуй. Из игр там, типа вампиры, блядь, или что-нибудь еще вот такое. Так. Планирование, координация, соблюдение сроков. Эффективность. Главная цель – финансовое состояние компании. Наш успех. Да сдохнет его чеку, твою мать. Вот, блядь, ты дура, пиздец. Я просто с тебя хуею, блядь, хуею иногда, нахуй. Не была б ты бессмертной, блядь. Вы меня утомляете. Слышь. Мои спецотряды пытаются удержать ксеноморфов. Любое вмешательство может привести... Ты заебал. На свободу. Не стоит вмешиваться ни в свое дело. Отъебись. Будьте разумны. Уходите из лаборатории и ждите эвакуации. Это последний шанс. Похоже, он о себе высокого мнения. Открывай эту хуйню. Да пошли тогда, хули ты там мозги ебешь, блядь. Больно ей, сука, овца. Давай! Да-да-да-да. Мерзкие твари. Реакция должна быть другой. Там надо обосраться просто в этот момент, блядь. Пошли, 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 нахуй. Не стой там, мышь, блядь. Так, что там с патронами, блядь? Ну, там есть чуть-чуть, нормально. Давай, быстрее, мышь ебаная. Долго там будешь, нет? Пиздец. Может, попробуешь ползком, может, быстрее получится, нет? Зафиксируйте ее на столе. Ух, игры со связыванием, блядь, я только за. Зафиксируем ее на столе. Давай, давай, все давай. Готово. Только бы никто не заметил утечку. Ага. Здесь у вас вот приблуды, да? Вот люди как бы, видимо, разучились трахаться по обычному, то 2000 хуй знает какому году, короче. Они теперь используют вот такую хуйню. Я, говорит, это прекращаю, блядь. Ты андроид, тебе вообще размножаться ни к чему, блядь. Мистер Вейланд, Тар, не надо! Я отправилась на упост, пошли, давай. Придумала. Анабиозная ванна. Это последний шанс. Давай, 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 давай. Только хуй знает, как эта анабиозная, блядь, ванна работает, блядь. Если не работает ничего больше вообще, как бы. Это все, что мы можем сделать. Давай загружайся, сейчас, блядь, быстрее, нахуй. Сейчас мы тебя из тебя овощи сделаем, все будет хорошо. Давай, давай, хорош блевать тут все, нормально все будет. Отлично. Я бы ее еще раз сделал, конечно, перед тем, как туда положить. Ну ладно, уж как бы, блядь, время не терпит. Так, давай, зачекляй там, что ты хочешь, блядь, и я пошел. Рада познакомиться. Пожалуйста, не волнуйтесь. И, пожалуйста, не называйте меня искусственной личностью. Я та, кто я есть. Андроид. Угу. Я дитя корпорации, но я на вашей стороне. Поскольку ваш крейсер и все десантные катера уничтожены, есть только один способ покинуть эту планету. Угу. Короче, я отбираю трубу, блядь, звоню с нее нахуй, и нас забирают, да? А куда забирают, с кем забирают, блядь, это все уже как бы не важно, да? Ну, хуй знает. То есть десант сюда другой не должен прилететь, и нас всех, блядь, спасти нахуй попробовать, короче. А толка пусть пока в анабиозе лежит. Нет, мы должны лететь на какой-то хуйне куда-то. А, блядь, она меня подстрекает нахуй, и сейчас совершит грех. Ну хотя если он андроид, то как бы в принципе. Давай. Ну вот разум, блядь, о котором они говорили только что, блядь. Во всей красе, нахуй. Ломится на пулемет, блядь. Разумный, просто пиздец. Слышь, ты что там пытаешься меня застрелить, мудак? Отъебись. Слышь, тебе вообще похуй, да? Ну, в принципе, как и андроидам вам, блядь, насрать нахуй.
Так, там один опиздюлился, короче, мудак. Че у вас там происходит? Дайте посмотреть. О, блядь, смотри, смотри, смотри. Так доешь его, ёб твою мать, он еще жив. Блядь, Барсик, пиздец. Барсик отпизданули, ёбаный рот. Этого казино, блядь, давай. Еблет свой нахуй сюда, сука. Блядь! Да ну нахуй! Я рот ебал, блядь, того пидораса, блядь, кто придумал, блядь, снайперки выдать этим мудакам, нахуй. Пиздец просто, блядь. Два раза я уже от этого зажмурился, сейчас чуть третий раз не отъехал, блядь, это просто пиздец. Где второй мудак, блядь, куда он делся? Где, сука, ты есть? Ну, наверху нету вроде бы, блядь. Сука. На нахуй. Долбоёб. Ага. Ну, короче, тут точно кончился, блядь. Повторяем маршрут, получается. Ехал нахуй. Блять. Ты что, еще жив, сука? Слышь, они меня коцают, пиздец. Я в ахуе, блядь. Сраная очередь, у меня, блядь, полоски здоровья, как хуем снесло, блядь! Пошел нахуй! Вы чё, блядь, с ним заодно, что ли, сука? Вы чё, блядь, делаете нахуй? Ой, блядь, сейчас он пизданет. Да, вот теперь можно. Говно, блядь. Так, чё там дальше? Так, у нас... еще одной аптечки не хватает, но там они вроде были дальше. Ага, отлично, спасибо. Так, пока это говно выключать не будем. Там у нас муточье наверху. Давай, давай, сука. Выйди оттуда, блядь. Ладно. Немножко подождем тебя, толбоеба. Давай. Пиздец. Давай, замануха, блядь. Нет, замануха больше не действует. А чё, то есть в щель под ногой его не убить, да? Ладно, хорошо. Отключай это говно. Да? Пока он не вылезет, он как бы бессмертный получается. Так, там ещё мразь. И еще мразь. Да? Да, нет? Да? Смотри, мразь стоит, блядь, ждет меня. Да высунься нахуй оттуда, блядь. Че как крыса? Блядь! Да ебаный твой рот! Вы заебались с этой снайперкой, пиздец, исполнять просто нахуй. Вот сучары, блядь. Реально за... А, вон, смотри, крыса стоит. Ебаная, блядь, мышь, нахуй. Сука, блядь, а? Мудофил ебаный, отъехал, нахуй, быстро. И ты тоже отъехал, красава, блядь. Вот суки, а? Вообще охуели в край просто, блядь. Так, я понял тебя. А второй чё? Передумал, что ли? Или чё? А, вон он, блядь. Слышь ты, блядь. Человек-паук ебаный. Спускайся-ка нахуй туда. Так, нихуя. Я ебал тебя и твою кислоту, мудак. Пошел нахуй отсюда. Сука, блядь. Конченая. Что, еще есть какие-то сюрпризы, блядь, о которых мне следует знать, или я тут все зачистил?
Так, у нас тут, блядь... А, мы тут уже... Да. Похоже, ты воображаешь себя спасителем мира. Ага. Именно так, братишка. Ты всего лишь рядовой пешка. Пушечное мясо. Да, да, да. Ты б там поменьше пиздел, я уже приближаюсь, блядь. Чем раньше ты поймешь это, тем лучше. Да, да, да. Ой, блядь, открывается дверка. Минус нахуй. Ты там не очень. Так, половинку белого там оставьте в покое, он мне нужен как приманка. Да? Слышь, да оставь его нахуй в покое, блядь. Хуёвая приманка из себя, братиш, блядь! Да ёбаный в рот! Давай, выпрыгни нахуй туда, сучара, блядь. Не хватало сдохнуть еще от кислоты, блядь. Ха-ха-ха, шутка про наркоманов, да? Ребят, кислота вас превратит во что-то там, блядь. Как говорил чувак из первой серии, короче, блядь. Кислота превратит вас, блядь, в социально опасного гражданина, вот что я вам хочу сказать. Да? Да сдохни нахуй. Охуй, да? Вот как здорово, когда у тебя дробовик, и ты не можешь нихуя со мной сделать от слова совсем, блядь. Блядь, какие-то, блядь, мерзкие звуки тут нахуй издают они. Так, тут мы все проверяли, получается. Видимо, для таких случаев тут и лежат тонны аптечек просто, потому что, ну, пиздец уже, как бы. Так, там нихуя у нас... Пажи, пажи, ёбана. У нас входа нет? Входа нет, все, я понял. И там дальше тот замечательный, блядь, андроид, которого нам надо разъебать, потому что он пидорас и кусок лежит там, блядь. Признаков жизни не подает, сука. Но тем не менее, крыса ебаная, блядь, живая и живее всех живых, нахуй, блядь. И еще один там где-то ходит, блядь, нет? А, смотри, еще одна половинка сидит. Половинка себя. Блядь, кресло ебаное. Вот ты заденешь его жопой, и оно отлетит на добрых метров 10, нахуй. Слышь, сиди тихонечко, пожалуйста. Как там тебя выцепить-то, нахуй? Оп. Все, да? Все, сука. С чем ты там сидишь-то? Не посмотреть, да? Блять, опасно подходить, нахуй. Шел, нахуй. Так, теперь надо идти осторожненько, потому что мы не знаем, что там дальше за говно. А, смотри, тоже со снайпой сидит. Ну, блять. То, что вам, блядь, умудрился так ноги отхуячить, что вы, блядь, вроде бы и живой, а вроде бы и без ног тут лежите, выше. Так, понял. Шел оттуда нахуй. Еще один долбоеб. Он стоит. Давай, выходи нахуй оттуда. Быстрее, блядь. Ебальник минус. Открывай. Как ты двигаешься без головы, скажи, пожалуйста. Еще один, блядь, да ебаный ваш рот. Да? Давай, подходи. Ага, понял, понятно. До свидания. Ты не взорвался или мне показалось? Корпорация Вейлен Ютани всегда покоряла новые рубежи. Новые рубежи пиздеца, как я хотел сказать, да? Как я уже говорил, так, у нас есть какие-то, блядь, еще... Вейлен Ютани. Это вот что там стоит? Новый мир. Это стоит сюрприз, да, получается, для меня?
Так, это стена. Он приближается, сука. От первых разведывательных экспедиций... Нихуя пушка улетела, видели? Корпорация Вейлен Юта не всегда покоряла новые рубежи. Да. Покорение, блять, рубежей, сука. Заебал ты, Вейлен, ты реально доберусь. Хотя я ебальник разобью просто за то, что ты, сука... Я ебал в очко. Вы реально охуели. Блять. Ты не можешь бегать, когда перезаряжаешься, что ли, мужик? Давай, заходим. Вы заебали реально, блять. Сколько вас тут еще, блять? Ты чувствуешь, как блядские... Блядские дроиды, блядь, больше паники наводят, чем, сука, наводит ксеноморф. Потому что хуй знает, с чем эти скоты будут вооружены, блядь. Ты к ним заходишь, а у них снайперка. Два попадания, тебе пизда, короче. Слышь? Так, это человеческий труп. Там еще тоже чьи-то ноги или что это вот там? Криповое местечко, я хочу сказать. Это пульт управления лифтом, ага. На котором вы сможете добраться до Вейланда. А, вот смотри, кстати, да. Чьи-то ноги, как я и сказал. Добраться до Вейланда, значит, да? Чё, как? Пацан, дай фейсхагеры поносить, плиз. Да несы, я пошутил. Не надо мне нахуй это говно. Так, до свидания. Это говно, если я нажму, получается, там что-то будет происходить, да? Я пока к этому не готов. Тут у нас охуенные записки. О, Катя. Здравствуйте. Поведение Вейланда становится все более беспорядочным. Является ли его одержимость частью кода личности, или это ошибка репликации между моделями разного поколения? Я знаю, что он не любит меня. Возможно, я слишком напоминаю ему его самого. Ошибка репликации. То есть у него там еще, блядь, получается не один Вейланд, а их там хуево куча, да? Ну, как бы, нихуя удивительного на самом деле в этом нет, как мне кажется. Так, это то место, где я половиночку убил там, половиночку белого. Лады, запускаем это говно, где? Давай. Ты же у нас, блядь, знаешь... С артефактом, да? Похоже, доступ к камере перекрыт. Вам придется искать другой путь к лифту. Ах ты маленькая мразь, посмотри, что происходит. Он ползет, скотина, блять. Судя по чертежам, вы можете пройти по служебным туннелям. Из следующей комнаты можно выбраться наружу. Давай, давай, ползи сюда, бро. Блять, полезная все-таки штука на снайпе. Вон там еще один лежит, блядь. Модник. Че, нет? Не попал? Ладно, сигнал вроде бы один. Мы должны его ёбнуть быстренько, нахуй. Скрючила ублюдка маленького. Так. Тут у нас никаких интересностей нету. Огнемет, конечно. Если мы из автомата пиздошим полчаса этих уродов, то с огнемета это, наверное, вообще весело будет. Просто топчик. Так. Это мы тут, получается... Да, мы тут заходили, только ниже на этаж. Да, здравствуйте! Да умри нахуй, пожалуйста, чё, блядь? Борис, хрен попадешь, дубль много-много-много какой-то, короче. Да? Так, это у нас... Как же мы любим лифты, блядь. Хлебом, блядь, не корми, дай на лифте покататься, отлично. Что? Где?
Оп! Не, дружок, давай без этой хуйни. Я знаю, как бывает классно, когда вы кислотой свои ебальники разъедаете. Это прям... Нет, это я не хочу. Там нихуя нет. Не, смотри, вон ползает скотина. Здравствуйте. Это ты рычал после смерти чем, блядь? Без головы, да? Да, сука. Сдохни. Сдохни, сгори в аду. Еще один. Вы заебали, реально. Так гораздо быстрее, но как-то неэкономично получается. Вдруг там еще андроиды будут впереди, или еще какая-нибудь хуйня, или там хищник, или какая-нибудь залупа. Так что... Одиночных ублюдков придется... Какие-то ускоренные стали, я что-то, блядь, не могу понять. Блядь, наступил. Засрал опять все штаны и весь экран, отлично. Так, у нас тут... Коммерция, основа достижения человека. А, ты ебись. Ты заебал, реально. Новые рубежи, открытие новых ресурсов. Да-да. Создание новых технологий. Да-да. Рождение новой надежды. Создание новых проблем, блядь, к тому. Вейленд и Дани, мы построим новый мир. Ага. Да-да. Блять, криповенько на самом деле. Тут такие локации какие-то. Коммерция – основа достижений человека. Выход на новые рубежи. Открытие новых ресурсов. Создание новых технологий. Это говно очень Doom 3 напоминает. Творение, дочь моя, ты пройдешь подлинное испытание. Проверку возможностей твоего вида. Готова ли ты к этому? Или тебе вовсе неведомы сомнения? Да. Рождение новой надежды. Ой, здравствуйте. Это был скримак, да, но я его проебал. Скримак, который ты проебал. Фильм художественный. Чё, ты это? А куда ты его тащишь? А, ну там, да, понятно, теперь ладно. Сейчас его утащит кто-нибудь, блядь. Нихуя тебя сложило, пацан. Чё, йога не твоё, да? Всё-таки, основа достижений человека. Выход на новые рубежи. Открытие новых ресурсов. Создание новых технологий. Рождение новой надежды. Да, новая надежда, блядь. Вейленд и Дани. Мы построим новый мир. Мы построим новый мир, сука. Обязательно. Да, ты заткнешь ебальник свой или нет? Ой, блядь. Мультики пошли, ебать. Ебать мой хуй в очко твою, блядь. Ты чё, скотина? Так, я понял тебя. Неопознанный, да? Не очень-то он неопознанный, блядь. Это ебаный притарианец, наверное. Сука, умри, блядь, быстрее, сука, ёбана. Быстрее перезаряжай это говно. Да сдохни, сдохни, сука. Ёб твою мать. Быстрее, 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 быстрее. Сдохни. Так, нахуй, блядь, где ты, сука? Блядь, беги, беги, беги. Сука. Скотобаза ебаная, блядь, ну что это, ёб твою мать, пиздец, один удар тебе пизда, ну конечно это реально, это реализм нахуй, но блядь, сука, блядь, в этой серии я не готов бежать еще раз весь этот ебаный уровень, так что, ребят, ну наверное мы с вами увидимся в следующей серии. Уж извините, что я такой рачелло, но уж раз мы выбрали с вами максимальный уровень сложности, то попробуйте заебашьте его с первого раза сами, тем более тут нежданчики, блядь. Так что, как бы, давайте всем до следующего. До следующего раза, короче. Всем до свидания.